Максим, рули, рули, налево, направо, налево, направо, налево. Максим, газуй! Ремень пристегнул? Ремень пристегнул? Все, все, право. Поехали. Ксюш, прокатись на автомобиле. Тут веселее, тут фары светятся. Ксюш, я там не буду Ты затормозил? Сейчас подъедем. Ой, там что, самолет? Ничего себе! Какой он большой, да? Ой, там еще вижу вертолеты. А там из них самолет. Ну где-то вот там самолеты летают, Ксюш. Вертолеты видишь? Ну-ка, давайте посмотрим, как тут самолеты летают. О, там еще вот самолеты. Ну-ка. У них такие, у них долчат хвостики. Да, да, правильно. Я пока шапку сниму. Курочку бери, Ксюш. Тебе салфетка нужна? А где моя любимая? Где моя любимая? Папа, какой? Папа, где моя? А тут Максим одна игрушка на двоих. Максим. Ой, папа. Максим, смотри, какая статуя красивая. Какая ты красивая, Ксюш.
Ксюш, а ты думаешь, что эта палочка должна здесь стоять? Может быть, вон там? Может быть, вон там? Ой, не ломай, пожалуйста, Максимчик. Пойдем за Ксюшей, Максим. Итак, мы приехали в аэропорт встречать Ларису Петровну. Дети очень хотели выяснить, как летают самолеты. Все, что ты там Разве дело не в магии? Не в абракадабра, симсалабим. Видишь, я вот так сделал, он выключился. Видишь? Юстапатик! Ну, может быть, пусть Максим поколдует. Абракадабра, включись. Да ты Гарри Поттер! Ты Гарри Поттер, ты волшебник! Ой, ты что, голову решила посушить? Все. Ла-л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 а-
хвостик с нами. Можно. А потом когда ты хочешь? Абракадабра, симсалабим. Абракадабра, фонтан! Мое питание! Абракадабра, крутись! Видишь, у меня фонтан поднялся. А раньше он был вот тут. А теперь он вот тут. Ладно, пойдем, а то и газ. А, давай, Максим, все, пойдем.